Новоиспеченный папа Илья Богданов в ожидании чуда. В руках букет, а на лице волнение. Буквально несколько минут, и мужчина впервые увидит долгожданного сына. Не могу до сих пор осознать это вообще. Как-то верится, но пока вот не возьму, не поверю до сих пор. Супруги, несмотря на юный возраст, к рождению первенца подошли осознанно. Имя для малыша выбирали вместе, сошлись на Ярославе. Поздравляем вас, хотите большими здоровьями. Кстати, малыш родился 16 мая в 16:05. Прямо магия цифр. Весом мальчик тоже удался. 3,450. Рост 52 сантиметра. Ждали очень с терпением. И все же дождались. Волнительно сегодня. Какие вообще ощущения? Ну, даже неописуемые такие. Порадоваться вместе с семейством собрались вступившие недавно в статус бабушка и дедушка, а еще спасатели. В этот день сотрудники МЧС поздравили 6 таких семей. Выписка из роддома – хороший повод напомнить молодым родителям безопасность ребенка превыше всего. Сегодня мы поздравляем молодых родителей с рождением ребенка. Хотим им пожелать здоровья, а самое главное, чтобы они хранили своих детей и напоминали им о безопасности и не оставляли их одних дома. В Беларуси, к слову, растет число детей, которые родились третьими последующими. А пополнение в семье – дополнительная ответственность. Не оставлять ребенка одного – это правило должно непрерывно звучать в голове у каждого родителя. Помните, даже несколько секунд беспечности могут стоить самого дорогого – жизни малыша. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.